нашей утренней зорьки. Это вот молодой белолоб. Еще даже тельняшки нету, но вот такой вот красавчик. Все-таки это гусь, очень приятно. Такой скромный результат. Я 4, а все остальное это Костя стрелял. Он врет. Получилось у нас, в общем, 9 черков, 3 крикоша, серой и сокс. Вот с таким вот результатом мы завершили утреннюю вечернюю зорьку. 6 крикошей, из них 5 ребята. Зеленоголовки, таких красавцев весенние. Добыли мы 26 штук. Большая часть была красноголовиков и шилых. Все, собрали дичь. Вот так вот получилось нас за утро. Собрать таких крикошей. Ребята, 18 октября, ну, таких красавцев. Стоило маленько попотеть. Взяли 10 штук. Из них вот, крикоши, шилохвости и один червь. Порт, подай. Подай, вперед. Вот. Двойной выстрел, но промазали.
Да ну нафиг! Да ну нафиг! Ёб твою мать! Да ну, мужики, да ну нафиг, ёб твою мать, как я так промазал, как? Это полный пипец, мужики, я себя в шоке, ну попал им куда-то, это пипец, я в шоке. Так хорошо снизились. Ё-моё. Ребята, это я просто мазила конкретно. Yeah.
вот это мы выдали. Давай опять, нормально.